пришли рассказать о том, что в Казахстане, Казахстан сегодня является тоталитарным государством, где есть политические заключенные, где людей преследуют за то, что они имеют просто другую точку зрения, там возбуждают против инакомыслящих. Я держу в руках плакат, где совершенно вопиющая история, когда журналиста Мурата Кунгисбаева Кыргызстан выдал Казахстану, несмотря на то, что он просил политическое убежище в Кыргызстане. И мы понимаем, что в Казахстане он будет подвергаться пыткам. Қазір өте саяси қуғын сүргін жүріп жатыр, өте қорқынышты нәрселер болып жатыр. Сөз бостандығы, адам құқықтары аяққа басылуда. Мені билік, қазіргі билік, мен Фейсбукта өзімнің ойымды, еркін ойымды жазғаным үшін 35 күнге психбольницаға жапты. Оған қоса ДВК-ні қолдағаным үшін де. Барлық жағдай осындай болды. То есть у нас в Казахстане нету свободы слова. У нас в Казахстане нету свободного выбора. У нас нету закона. Беспредел. Фальсификация документов. Из-за того, что моя мама как бы правду рассказала правительству, вот поэтому они сделали так, что, чтобы люди поверили, что она психически больной человек, ну, чтобы народ там сказал, ой, да она больная, что вы ее слушаете, да? Поэтому важно очень, чтобы весь мир знал об этом. Назарбаев пытается рассказать Европе, пытается рассказать миру, что Казахстан демократическое государство. Это ложь. Это ложь. На самом деле это абсолютно тоталитарный режим, диктатура. И вот все люди, которые вы видите на плакатах, они обвиняются в уголовных преступлениях только потому, что, ну вот представьте, движение «Демократический выбор Казахстана» признают экстремистской организацией. И потом все участники акции пытаются против них возбудить уголовные дела. Но это же настолько все шито белыми нитками, это настолько очевидно. Но очень важно, чтобы об этом знали все.